В Ватикане продолжает работу съезд иерархов Римско-католической церкви, посвященный защите несовершеннолетних от домогательств священников-педофилов. Заседание началось с молитвы и заслушивания свидетельств 5 пострадавших от сексуального насилия. Они призвали собравшихся привлечь к ответу иерархов, виновных в укрывательстве преступлений священников, совершенных в их епархиях. Кардинал Освальд Грасиес призвал коллег не бояться выносить ссор из избы. Церковь не живет в собственном закрытом мире. Церковь живет в мире и вместе с миром. Виновные в преступном поведении подлежат суду гражданских властей. Хотя церковь не работает на государство, она признает силу гражданских законов и полномочия государства. Он также подчеркнул, что проблема педофилии не сводится к конкретным преступникам, а является вызовом для церкви в целом. Ни один епископ не имеет права сказать, проблемы развратного поведения в лоне церкви его не касаются, потому что в его епархии такого не случается. Эта проблема касается только США, Европы или Австралии. Это, братья и сестры, неправда. Смею вас уверить, подобное случается во всем мире, и в Азии, и в Африке тоже. Но даже если это не так, мы должны нести общую ответственность. По словам архиепископа Чикагского, проблема педофилии разрослась до катастрофических размеров из-за системных недостатков в организации Римско-католической церкви. Нельзя препятствовать сообщению о преступлении, ссылаясь на правила секретности и конфиденциальности. Нельзя дискриминировать и мстить людям за то, что они сообщили обвинение в адрес епископа церковным властям. Между тем, активисты требуют от Ватикана расширить расследование случаев сексуальных домогательств, уделив особое внимание женским монастырям. Как вы знаете, сейчас много внимания уделяется случаям домогательств в отношении монахинь со стороны священников. Хорошо, что это наконец происходит, потому что речь идет о шокирующих фактах. Но нам еще предстоит пролить свет на тысячи случаев домогательств со стороны монахинь. Ватиканский съезд, посвященный проблеме педофилии, беспрецедентен. По своему масштабу он приближается к церковному собору. Встреча, в которой принимают участие 190 иерархов Римско-католической церкви, завершится в воскресенье.